Здравствуйте, меня зовут Нурмуханова Гульжнат. Я являюсь старшим менеджером компании Forever. В жизни я мама троих детей. И сегодня я бы хотела это видео посвятить именно теме детского здоровья, так как сама являюсь мамой и знаю, насколько же это очень важно, здоровье детей для, в общем, семейной даже погоды дома, да? Я хочу обратить ваше внимание на то, что оказывается, каждый ребенок в день должен съедать более 6 видов и разновидностей овощей и фруктов. И мало того, эти фрукты должны быть созревшими. Но мы знаем, что сегодня, находясь в мегаполисах, часто мы получаем недозревшие овощи и фрукты. Почему? Потому что предпринимателю, для того, чтобы было легче транспортировать данные фрукты и овощи, они их собирают несозревшими. И поэтому сегодня очень большой идет дефицит в детском здоровье витаминов и минералов и всего того, что необходимо для роста. И часто, пройдя очень много обучений, семинаров, тренингов именно на тему детского здоровья, прослушав очень много врачей, выступающих, профессоров, диетологов, нутрициологов, которые сегодня компания приглашает, я узнала, что смысл слова «иммунитет» является 80% находится в кишечнике нашего организма. Потому что, являясь мамой, я часто слышу молодых мам, которые применяют данное слово «иммунитет», но относят его и к гемоглобину, и к усталости, и к психологическому состоянию. Еще раз отмечу, что 80% иммунной системы находится в кишечнике нас и нашего ребенка. Поэтому часто сегодня каждый второй ребенок подвержен антибиотикам. И, соответственно, антибиотики в переводе на наш язык это против жизни. Они смывают всю флору кишечника, и там не остаются вообще ни полезных, ни вредных бактерий. После чего ответственность каждого родителя положить в кишечник своего ребенка правильные бактерии. Либо ваш ребенок после антибиотиков должен ходить в скафандре, потому что он подвержен каждому чиху, каждому касанию, которое окружает его. И что я вам могу предложить в этом направлении от нашей компании? Это продукт уникальный, и он называется Актив Проби. Сегодня в нем более 2-3 миллионов живых бактерий, бифидомилактобактерий. Попадая в наш кишечник, он минует соки нашего желудка и не растворяется в нем, потому что он находится вот в таких капсулах, да, и попадает полностью в кишечник. Там он начинает оседать и начинает размножаться и улучшать флору кишечника. Тем самым проходит дисбактериоз, нормализуется стул, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта полностью. И еще я могу сказать, что оказывается кишечник связан и с настроением человека, поэтому нервозность, психозы, разного вида раздраженности и стрессы, они тоже отступают частично благодаря тому, что вы восстанавливаете флору кишечника вашего ребенка. Но к нему я обязательно рекомендую вот эту желтую баночку. Это чистый фреш сок алоэ, 99%. У компании специальный патент на стабилизацию. У компании сертификаты. Это халал сертификат, нету спиртосодержания, нету свиного жира. Это кошерная продукция полностью. И, конечно, это легально завезенный сертифицированный продукт на территорию Казахстана. И почему необходим эта желтая баночка вместе с этим пробиотиком? Потому что бактерии, которые правильные, должны, которые выжить, да, в кишечнике вашего ребенка, они живые и они требуют питания. Но я мама троих детей, как и вы, и я очень хорошо знаю рацион большинства детей. Это макароны, это картошка, это мясо, возможно, котлеты какие-либо, но очень мало овощей и фруктов, особенно сырых, да, поэтому этому пробиотику нужен живой продукт, который даст питание, и эта желтая баночка, 200 питательных компонентов, минералы, аминокислоты все, даже те, которые не вырабатываются нашим организмом, 12 витаминов сегодня необходимы, это природный доктор, живой продукт, дает возможность вот этим бактериям полностью освоиться в кишечнике вашего ребенка и восстановить флору кишечника. Начинают ворсинки хорошо работать, и от той еды, которую ваш ребенок покушал, он имеет возможность получить максимум питательных элементов, микро-макроэлементов и витаминов, да?
Когда уже кишечник более-менее восстановился, ребенок стал чувствовать себя хорошо, аппетит улучшился, меньше, намного меньше начали простудные заболеваниями заболевать, обязательно в рацион включите витамины KIDS. KIDS – это мультивитамины, это фитонутриенты. Я уже отметила, что такое фитонутриенты. Это очень важные элементы, все макро-микроэлементы, витамины содержащие, которые сегодня есть только в созревших овощах и фруктах. Даже если финансы ваши позволяют, и вы очень много кушаете овощи и фрукты, но вероятность того, что ваш ребенок получает все, что ему необходимо, очень низка, если вы не питаете своего ребенка собственного сада. Да? Поэтому в KIDS в этом очень вам хорошая помощь. Сегодня KIDS — это функциональное питание, а те люди, которые сегодня разбираются в правильном питании, нутрициологии, они понимают, что функциональное питание — это лучше любого лекарства. Данные витамины KIDS, я даже вам прочту, да, со справочника, чтобы быть стопроцентно правильным, содержит 100% норму витамина А, витамина С, 50% витамина D, 90% витамина Е, В1, В2, витамин В6, фолиевая кислота, витамин В12, это полная нервная система, 100% получает ребенок с ним, биотин, кальций, магний, цинк, медь, марганец и все фитонутриенты, запатентованные смесь. Вот применяя только данный витамин, ребенок получает полное питание. Представляете? То есть 2-3 таблетки в день, и я даже иногда, часто проводя презентации, просто объясняя людям про ценовую политику данного продукта, привожу пример. Я мама 3 детей, и естественно, когда наши дети начали подрастать, и наши опашки, аташки начали их баловать, приходить в дом с чупа-чупсом, с соком, с M&M'сом, наверное, и ваше семя точно так же. И я в один день решила посчитать, минимум, если на одного ребенка тратить 200 тенге в день, а за 200 тенге вряд ли что-то сегодня стоящее можно купить даже из сладостей, на троих мы тратим 600 тенге в день. В 30 дней мы тратим 18 тысяч тенге на красители, на непонятные составляющие, просто для того, чтобы удовлетворить каприз ребенка. Конечно, не сразу, но со временем мы начали менять эти привычки у нас дома. И мы начали за место конфеток, когда они уходят в школу, питать их вот этими вкусными детскими витаминами. Я даже не знаю, что сказать. Во-первых, конечно, если самая дорогая цена данного продукта 4000 тенге без скидки, да, на троих детей нам достаточно 2 баночки, это 8000 тенге в месяц, это на 10 тысяч дешевле. Во-первых, экономия, я же говорю, не знаю, что сказать, во-первых, экономия семейного бюджета, во-вторых, это полная иммунная система вашего ребенка. Поэтому разберитесь с этим, подумайте над этим вопросом. И еще один очень шикарный продукт, который я рекомендую буквально всем, особенно мамам при беременности. Первый триместр – это нервная система. Мамам после родов, при кормлении первые 3 месяца – это полное IQ и развитие вашего ребенка. Новорожденному ребенку, особенно зимним детям, чтобы не было нехватки еды, чтобы не было рахита, чтобы не было повышенного билирубина, что влечет за собой аутизм, что влечет за собой ЗПР, задержку речи, да? Ребенку, который только пошел в школу, чтобы не было капризности, нервозности, психозов, просто потому что идет нехватка. Часто мы смотрим на детей, и сегодня очень развитый такой получается диагноз — это гиперактивный ребенок. Ну, просто ужасно, когда ребенок за то, что он хочет играть, ему ставят диагноз, и это для него болезнь. Но на самом деле, оказывается, я расскажу именно про состав чуть позже, оказывается, если в организме ребенка, вот в мозгу, да, там есть вот именно как, это молекулярное же все, это заряженные молекулы. Если нехватка идет омеги-3, омеги-9, просто вот эти молекулы зарядом не успевают передавать информацию. И когда ребенок знает, но не может сказать, донести, что, вот что сказать, как правильно свою мысль донести, от нехватков вот этого заряда и толчков в голове, он начинает без повода капризничать, нервничать, и мы это относим к болезни. Хотя это просто нехватка. Вам нужно пересмотреть рацион питания ребенка. Я не думаю, что каждый из нас в неделю 2 раза получает полную порцию морской рыбы именно, где содержится омега-3, омега-9. И именно решением этого вопроса я вам предлагаю шикарный продукт Arctic Sea.
Арктическое море, где в составе омега-3, омега-9, это рыбий жир, оливковое масло. Сегодня масло кальмаров, шикарная сегодня усваиваемость данного продукта. Ребенку, здесь 120 таблеток, ребенку достаточно одного в день. Покупая эту бутылочку, вы на 4 месяца полностью получаете рацион питания рыбы ежедневной, да, для вашего ребенка. Особенно спортсмены, да вообще каждому ребенку, который переживает школьный период, с сегодняшней программы, сегодняшней насыщенности информации, их мозг требует питания 100%. Если kids сегодня питание для организма, рыбий жир это питание для мозга каждого ребенка. Ну, не говоря о том, что уже и во время кормления, и просто взрослому человеку, который сегодня мы, да, 80% сегодня дефицит рыбьего жира на территории СНГ, потому что мы не морская страна. Поэтому каждому из нас этот рыбий жир необходим. И, конечно, вот это минимальный пакет, который необходим для ребенка, шикарный продукт, который я бы еще добавила бы к этому комплексу, это алоэ фёрст. Фёрст, естественно, с английского, это первая помощь. Здесь, кроме алоэ, более 13 трав, таких как шалфей, одуванчик и так далее. Для каких аспектов мы лично дома им пользуемся? Во-первых, это обработка любых ран. А когда это дети, это неизбежно. Там упал, здесь поцарапался. Во-вторых, это укусы любых насекомых и так далее, комаров, и очень много хорошо можно обрабатывать. В-третьих, это если памперсы там где-то покраснело для обработки. В-четвертых, горлышко покраснело, пожалуйста, нос забился, можно побрызгать. Вчера буквально я встретилась с женщиной, взрослый отит тоже очень хороший результат дал, именно алоэ фёрст. Я очень его часто использую даже для ингаляторов, потому что это процеженный алоэ, да, и плюс его состава прополис, когда он именно ингалятором как ополаскивает, да, вот этим вот воздухом полностью вот эту горло, ангинок, покраснение, очень хорошо сегодня дает результат, когда воспаление идет. Да, поэтому фёрст это первая помощь, то, что нам необходимо. Поэтому я думаю, что иногда, возможно, наверное, важнее потратить 10-20 тысяч тенге на иммунитет ребенка, на здоровье его ребенка, потому что до 3 лет, до 7 лет вы делаете полную инвестицию того, что ребенок будет черпать всю жизнь. До 25 лет он будет набирать запас. После 25 лет он просто должен будет кушать это ежедневно, потому что запасы не хранятся, резервы уже не заполняются. А то, что вы вложили в резерв, он потом этим будет питаться всю жизнь. Поэтому иногда, наверное, это намного важнее, чем какая-то игрушка, или мобильный телефон, или PSP, на что мы тратим огромные деньги, потому что это вся жизнь вашего ребенка. Конечно, кроме этого мы используем и коктейли, которые у нас есть шикарные, и кальций, да, потому что мы очень много занимаемся спортом, и маточное молочко, потому что это нервная система. Но данные 1, 2, 3, 4, 5 продуктов – это минимальная база, которая сегодня поможет, как и в нашей семье, конечно, во-первых, Всевышний, во-вторых, да, благодаря данной продукции нам 9 лет, нам 7 лет и нам 3 года, мы не получали антибиотики, и я этим горжусь. Мы не прибегаем к лекарственным препаратам, я тоже этим горжусь, да, потому что сегодня мы решили всей семьей в какой-то момент вкладывать в здоровье наших детей, потому что сегодня это очень-очень дорого стоит. И есть очень хорошая фраза: мы являемся тем, чем мы кушаем, и на самом деле легче инвестировать в здоровье, когда ты здоров, нежели потом все, что ты заработал всю жизнь, тратить на то, чтобы восстановить то потерянное здоровье. Поэтому, если у вас есть вопросы, как это купить, где заказать, сколько это стоит, обратитесь к тому человеку, который скинул ссылочку на это видео. Разберитесь с этим, почитайте. Сегодня очень много отзывов, ведь самое дорогое в нашей жизни – это наши дети, а особенно здоровье наших детей. Всем пока!